Вот это у нас идет Веревчина. Там Шуминский. Не знаю, там позатапливало все дома. Частные сектора. Дачи. Там Куйбышева. Вот тут у нас идут дачи. Идут. Дач нету просто уже все. Там все в воде полностью. Это мы подъезжаем уже к Куйбышеву. Вот тут дачи шли вот так вот сюда. Давай, давай, быстрее. Да. Сука, она укусила. Ого. Она укусила. Все какой-то. Что? Подожди. Тихо. Тихо. Все, тихо. Все, держу. Держу. Маленькая, все. Спокойно. Спокойно, все хорошо, не бойся. Все, у нас маленькая. Фух. Алиса, пакуешь за этой малышкой. Все, не пасть, все хорошо, маленькая. Давай это весло, держи. Все. Держи, я весло покреплю. Красотка. Ебать. Все, не переживай. Боялась осень, уже не боится, уже, слава богу. Ага. Платье или может, блядь. Все. Так, первое весло есть, держи, нахуй, поедем. Давай, все, держу. Все, хорошенько, не бойся. Все, 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 все. Сейчас отвезем тебя на сушу, все будет хорошо. Все. Маленько так боялась, уже не боится, слава богу. Напуганная, моя хорошая. Это девочка. Все, хорошо. Сейчас я в объезд, потому что как и заезжаю. Тут везде бензин разлитый. Соляра. Маленькая дрожит. Сейчас тебя отдадим, сейчас тебя согреют, накормят. Да. Андрей, эвакуи. Была очень напугана была. Ну, Андрей у нас повелитель собак. Пес-патрон. Вся вода он в соляре, в бензине. Воняет. Это же заправки вот там вот были две. Они были полные. Вон. Все в бензине, запах. Что именно атомная станция какая-то. Запах такой неприятный. Он даже берешь весло, но он все в масле. Жирное. Это пиздец. Сейчас едем на даче. Дальше смотреть людей, животных. Смотрите, все. В масле, в соляре. Блять, это пиздец. Частные дома, это Куйбышева. Дома все затоплено, все в бензине. Воняет, черный это он бензин, соляр. Пиздец. Сколько беды наделали, сука, черти, блядь.
дом полностью в воде. Это жесть. Детская площадка, но... Тихо. Масло включи. Тут. Фу! Будем сейчас пытаться ее что-то осмотреть. Фу! Иди сюда! Тихо, фу! Тихо! Иди сюда, тихо! Тихо! Да? Взял. Давай, взад. Давай, ложи ее. Все. Тихо. Тихо! Спокойно! Тихо. Все. Все. Пацаны! Есть. Пацаны! Все. Давайте сюда! На, держи. Тут собака, кошку, собаку заберите. Тихо. Я так понимаю, нет. Давай, раз, стой. Да, оттуда, по широкой. Маленький щенятка. Маленький. Малё. Бра. Да ты что, смотри вообще. А? Щеночки. Маленькие. Маленькие. Сейчас вас доставят. Сейчас. Добрые люди. Ага. Есть так там. Лон. Собаку что дошло? Обстановка. Давай, блядь. Ты понял, она вообще. Ты что, едешь туда на вам погодить, вот погрузить. Да нет, наверное. Так, едем дальше. В поисках животных, людей. Ну все, весла взял.
пошел. Он второй. Сейчас, подожди, наверное. Вот, смотри, вот. Давай. Иди к нам, хороший. Сейчас мы тебя... Кс-кс-кс-кс-кс. Не бойся. Кс-кс-кс-кс-кс. Давай. Курица. Погнали вот туда. Я так прямо не пойду, тут же причал. Я сейчас по металлу. Ага. Не выращивайся обратно. Thank you.
поисках животных, людей. Мы хорошие. Не бойся. Не бойся, не бойся нас. Все. Не бойся нас, Вячеслав. Не бойся. Все, давай. Бери за передний. Так, так. Все, не бойся. Давай. Тихо, 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 тихо. Блядь. Тихо. А, ё-моё. Поплыли за ним. Да давайте. Поплывите за ним. Да, ой, такое блядь. Бывает. Подтолкни. Это вот животные так все время. Ладно. Это уже не первый раз так. Нормально. Ах, муж. Бля, ёбаный. Фима. Бля, правда. Давай, залазь. Глина какая-то, понял? Она постоянно... Ходит в одно. Погнали. Она выскочила? Давай. Да. Пошлите пробовать. Она туда пошла, в частные дома. Она, да, мы сейчас еще туда зайдем. Да, 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 только не так быстро. Сейчас пытаться доставать собачку. На причале. На, иди сюда. На. Маленький. Надо простынь, простынь. Вот, давай, куртки, давай. Нам. Потому что они так не хотят идти просто. Ага, все. Это есть все. Клетку взяли, потому что так не хотят собаки идти. Сейчас все, взяли консервы. Пойдем. Все, шо? Все, будем пробовать этих двух собачек сейчас собирать. Все, взяли клетку, взяли куртки, взяли еду, потому что собаки так не даются, напуганные, боятся. Сейчас будем делать все возможное, чтобы их собрать оттуда. Пытались достать этих двух собачек, не вышло. Собаки не поддавались вообще никак. Будем искать дальше других. Короче, они попрыгали в воду и порасплывались. Просто резон, что тут ночевать. Ну, легче поехать, ну, дадут и жилье, и все, и накормят, и обуют, все есть. Ну как, блин. Давайте соберем их. Котов, все, давайте мы сейчас приедем, возьмем клетки, пособираем. Сколько котов? Заберем. Сколько котов? Трое? Ну давайте сейчас мы возьмем клетки. Сейчас возьмем клетки, все, сейчас приедем за вами. Не будете их? Вот не хоть. Я все сутки переночую там. Ну, понял. Смотрите, сутки, говорит, еще будет здесь. Ай. Еще держи, будем 200 говорить. Thank you.
Сейчас, иди сюда. Иди сюда. Не бойся. Иди к нам. Сейчас, подожди. Я так понял, вы будете здесь, да? Виїжджати не будете, да? Не хотите. Зараз підійдіть 4 людини. Все, ми даємо 4 паки води. Остаються ну, здесь. Навіть не про вас. Ага. Давай, випишемо. Скільки? 57 років здесь. Так. Ну, давай в город. Був городський, я потім... Вже на п'ятому. Все, ребята передают им воду. Выезжать не хотят. Тут осталось 10 человек в доме. Я тримаю. Да, мы даем тут 4 паки воды. На 4 родины. Я тримаю. Есть кто-то? Люди! Спасатели.
І таке буває форс-мажор, мужчина пробив лодку. На кришу. Течение, конечно, тут нормально, да, значит. Ты что? Да, сегодня обидно, конечно, сегодня, не то, что, блядь, это пиздец. Сегодня два пацана перевернулись на лодке и утонули. Уже все, пацаны. Все. От ног только. Сейчас, тихо. Ладно. Немного. Уже. Я так понимаю, что эвакуироваться вы не будете, да? А что вы не хотите? Что вы будете делать? А что нам здесь? Куда мы поедем? Нам что, тут плохо? Кушать есть, водичка пока есть. Ага. Баллон с газом есть. Спину не заряжены. На всех вот... Да, ребят, ну там жизнь, а что здесь? Здесь жизнь, здесь мой дом, родные... Да, ну да, это понятно. Ну на время вы сюда вернетесь. Сыночка, мы перейдем... Да. Ну, я так же пережил, ну, все так же самое, что и вы. Вот сам мы переживем, все, спасибо, не волнуйтесь за нас. Мы живучки, не переживайте. Мы пенсионеры. Ну, вот так вот. Вот так, да, помогай. И как с ними бороться? Ой, герой, это понятно. Нет. Да, а где сейчас? А вы что, тоже здесь остаетесь? Вы тоже, да, мужики, здесь?
не хотите никак. Завтра вода будет выше, вы подумайте. Нельзя бросать. Да что, завтра-то на, за котами приедем. Приедем за котами тогда. Сейчас клетку возьмем, приедем. Вы тоже? Вы на эвакуацию? У вас все отлично, да? Понял. Что надо за клеткой котов брать тогда? Да, да. Вот. Ну это все, это остров. Люди, все остаются, никто не хочет уезжать. Вы тоже выезжать не хотите, будете здесь пока. Ну, если... ну а что думать, берите вещи, поехали. Сейчас вас все разместят, все будет хорошо. Накормят, уложат. Что вы здесь будете делать? Ну, это рулетка, вы же понимаете, и тут находиться. Давайте, все, ждем вас. Поехали. Давай, Вера, давайте вдвоем, подружки, давайте. Вдвоем. Давайте, ждем вас. Что еще надо? Вещи самое необходимое, документы. Самое необходимое. И все. С закатки брали или нет, ушонки? Все. Закатки не брали. Видите, и начинает прилетать вон. Так, и як я... Давайте, снимаем сейчас. Тихо-тихо. Аккуратненько. Давайте ножку. Давайте ножечку. Я думаю, что аккуратно. Я вам что-то не буду. Еще вернемся, если кто-то хочет поехать сейчас. Ну подумайте, мы сейчас тут будем собирать котов, мало ли что. Что, знаете, маленькие котички остались. А вот там и мама там все. Да, мама с порога. Не стали. Все, мужики, мы сейчас за клеткой и котов пособираем и их в приют. Все сделаем, сейчас приедем. Мы будем ехать, да. А через сколько есть? Вы вернетесь? Ну вот сейчас соберем их, там еще людей глянем и назад. А сколько там котов? Ну это они, много. Нет, будет... они будут ехать туда. Да, мы собирать едем. Ну, наверное, Женя еще не приехал. А по времени вы скажете, просто нам надо на обед приехать. Минут 40 может. А, нет, 40 минут. Я не даю тогда перевалки. Я не буду ждать 40 минут. Андрюх! Маленькие, какие котятка. Все, сейчас. Что, погнали? Ну давайте, поехали. Что там спереди, да? Два. Там еще есть. Давай. Есть. Давай еще. Что там, тут подъезд. Ну да. Давай, проедемся. Мужики остаются, а мы будем здесь. А? Так я выключу. Женщина остается, не хочет тоже ехать. А он походу собачку не спасти. Бля.
Нет, то мешок, походу, пацан. Не, не, давай, может, через мой дом круг сделаем. А это школа. Я так понимаю, туда кто-то эвакуировался, сторожа. Это сторожа, да. Понимаешь? Вот, а это рынок, пацаны, прикинь. Ну да. Ты шо? А это рынок. Yeah.
8 котят маленьких. Мамы две спереди вон. Почти доехали, все. Все, закончили рабочий день. Завтра опять в бой. Еще продолжаю работать. Сейчас ребят с острова надо отвезти на Зеленовку и на Кулика.